Жаркие баталии вместо шумного холодильника. В Новочебоксарске пустующую много лет компрессорную станцию решили переоборудовать. Когда прозвучат первые крики «гол» в многофункциональном современном спортивном комплексе? Еще несколько лет назад это здание было по сути большим холодильником. Здесь гудели компрессоры, доводили хладагент до точки кипения. В соседнем здании могли тренироваться хоккеисты. Лед круглый год. Новое оборудование куда компактнее. Там находились компрессорные установки, которые замораживали наш лед. Но современные технологии уже позволяют другими путями. Мы поставили более современные на нынешнее время компрессорные установки. Компрессорная станция опустела и едва не пришла в запустение. Теперь здесь новая жизнь. В скором времени появится и введем в эксплуатацию 4 замечательных площадки на территории спортивной школы, где одновременно могут заниматься 4 команды. Это сегодня директор школы рассказывает о том, сколько ребят спокойно могут заниматься спортом. За всей этой спортивной легкостью труд большой команды, команды строителей. На этом месте работало около 50 людей одновременно. То есть это монтажники, отделочники, сантехники, электрики, по инженерным коммуникациям и так далее. Стоимость проекта 52 миллиона рублей, 14 из них на закупку оборудования. Все работы должны закончить к концу 2021 года, но идут с опережением графика. Первые крики «гол» здесь могут раздаться уже в начале учебного года. Все больше и больше возможностей для того, чтобы мы создавали условия для хороших современных занятий наших ребят Чувашской Республики, Чебоксары, Новочебоксарске, близлежащих городов. В России планируется привлечь к спорту 70% населения. Новочебоксарцы будут в их числе. Екатерина Никитко, Георгий Кривошеин, Павел Лисицын, Республика Новочебоксарск.